Профессор Давыдович Кобзон поговорить, мне кажется, есть повод. Он мне рассказывал, как он познакомился с тобой. Да. Да. Это был какой-то концерт сборный. Как раз это было после трагедии с Тальковым. И там Винокур стоял с Иосифом Давыдовичем, и ты проходил мимо, и Винокур спросил, ну, каким ты номером идешь? Ну, уже пошутил на эту тему, а ты достаточно жестко обрел, что вообще это не тема для шуток. И Иосиф Давыдович очень это запомнил, и всегда это мне в пример приводил, что Олег, вот он понимает, что такое настоящая солидарность артистов. Ты помнишь этот эпизод вашего знакомства? Нет? А когда ты последний раз виделся с Кобзоном? Ну, совсем незадолго до того, как он ушел. И был такой праздник семейный, он меня пригласил, и мы с женой сидели, буквально вот за столом сидели, разговаривали еще. Я много эпизодов помню с ним. Я так столько раз выходил на сцену с ним, представляешь? Я запомнил первый раз, когда я вышел. Так. Когда он захотел спеть мою песню, песню «Москва», на своем каком-то юбилее. Ему тогда было примерно столько, сколько мне сейчас. Даже нет, на своем 60-летнем, наверное, юбилее. Даже еще моложе меня был. Знаешь, когда-то был Кобзон моложе меня. И я так гордил, думаю, ничего себе, вот я его всегда помнил, что это Кобзон. И тут я с ним на одну сцену выйду. Давай, говорит, вместе споем песню «Москва». Но дело в том, что у него он баритон, да. Я тенор. И в одной тональности очень сложно это спеть. И мы договорились, что вот он поет начало, потом проигрыш. Он меня приглашает, там па-па-па-пам-пам-пам, идет этот проигрыш. Он говорит, а сейчас я приглашаю автора. И я там под бурные аплодисменты выхожу и пою там «На проспекты прольется весна, озорные нагрянут грачи». Я так перевозбудился за кулисами, что... И когда он меня вызвал, я иду, такой концертный зал «Россия», помню, все там уже стоят вообще там. И, значит, я выхожу, и он так посмотрит, поглядывает, вот так он на микрофон держит, поглядывает на меня, так я выхожу и смотрю на всех, и пропорывает, я не вступаю просто. Я смотрю на него, думаю, я с Кобзоном. Знаешь, и эти, ну, надо уже петь было, я не помню, что петь, и он понимает, что, а ему высоко. И он на проспекты, я, ну, даже на проспекты прольется весна, догнал и дальше прошел. Значит, все это очень было, я очень переволновался, помню. Вот, он три моих песни пел, на самом деле. В его репертуаре, по крайней мере, три моих песни. Причем два раза он пел одну песню, которая называется «Я не верю, что жизнь оборвется». «Я не верю, что жизнь оборвется, что когда-то наступит конец, и звезда моя с неба сорвется, оставляя созвездие венец». Был такой момент, когда был еще какой-то юбилей. Он и «Офицеры» пел тоже, и вот «Москва». Я ему дал просто, вот любую песню, вот диск. И он нашел песню «Я не верю». Это было лет 20 назад. Какой-то был момент, когда его заказали. Реально был киллер, которому было заплачено, чтобы его брать. И это знали и силовики, и все такое. И у него было, представляешь, вот ты ходишь, а на тебя где-то там целится в тебя. И он решил спеть эту песню «Я не верю, что жизнь оборвется». И представляешь, вот... Этим летом, в этом году, у меня был, прошлым летом, у меня, когда у меня был тоже концерт, творческий вечер на «Новой волне» в Сочи. И почти 30 артистов пели мои песни. Разные, молодые, пожилые там, вот. И Кобзон, представляешь, вот зная, что у него неизлечимая болезнь, сказал, я буду петь эту песню. И он ее гениально совершенно спел. С кубанским хором. Вот, это было просто. Не только меня там в зал рыдал просто, вот, как это было, как он это спел, как это сделал. Было удивительно, конечно. Поэтому я вот горжусь, что в его репертуаре есть три моих песни.